далекий и безжизненная степь. Пейзажи эти надоели мне по горло. Ты многих не дождешься, ты навеки. Земля родная, плачешь ты от горя. Не дождешься сыновей. Земля родная, плачешь и от горя. Они ушли, чтоб выполнить приказ. Им родина дорогу указала. Иди и выполняй святой наказ, чтоб родина спокойно засыпала. Иди и выполняй святой наказ, чтоб родина спокойно засыпала. Спокойно спите, матери, отцы, невесты, сестры, жены, дорогие. Храним мы свято честь родной страны. Мы верные сыны твои, Россия. Храним мы свято честь родной страны. Мы верные сыны твои, Россия. И повстречавшись на родной земле, войдя в круговорот воспоминаний, помянем не вернувшихся парней. Единственной минутою молчанья помянем не вернувшихся парней. Единственной минутою молчанья. Хотелось бы мне обложить землю матом, слезы горя стереть, ничем на войне. И хотелось бы мне обложить землю матом, слезы горя стереть, ничем на войне. Связала нам погибших друзей.
Не забыть никогда, расплескали мы кровь. Афгану немало, и придется еще. Коль возникнет нужда, расплескали мы кровь. Афгану немало, и придется еще. Коль возникнет нужда, только просьба ко всем. Не забыть эти встречи, улетев, не забудь. Как вершились дела, не забудьте друзей, не забудьте их плечи, их поддержка в бою счастье вам принесла. Не забудьте друзей, не забудьте их плечи, поддержка в бою счастье вам принесла. Что траву качали, унесет за гору.
и домой с пинцетом ляжет путь обратный. Нас винты поднимут на криптон горбатый, и домой с пинцетом ляжет путь обратный. Вот мы видим разрушенное строение. Здесь раньше находилась рота МГБ, командир роты Холмомат. Затем они дезертировали, сдали пост, подожгли его и ушли. Живая застава, службу по охране галереи несут воины 5-й мотострелковой роты. На 18 истока, я 721 конуса, прием. 721 конуса, я 318 истока, прием. Я 721 конуса, 2 километра севернее 52-й сторожевой заставы. Нападение на афганские колонны. Выслал резервную группу. Огневое воздействие противника продолжается. Высылаю дополнительно еще один взвод. Я 721 конуса, прием. 721 конуса. Я 318 исток. Погибших лица. Да, это страшно умирать. Когда 471, я 318. 571 цель. Расход 15, огонь. Памятница поставила в ряд.
матрос, огонь, матрос! Кто прославил небеса? И как же мне не вспоминать огонь друзей своих погибших? Thank you.
учили друг другу ручать. А сейчас я дома поздним вечером. Сейчас я буду вспоминать. Перед нами уже виден Салан, его галереи, его снежные вершины. Мы видим 53-ю сторожевую заставу КП 3-й минометной батареи. Она прикрывает южную часть
Саланга, имея три выносных поста с романтическим названием «Роза», «Тюльпан», «Ромашка». Когда и у кого билет
нетронутых полей. На израненную землю мчат девчата и становятся легендами на ней. Пусть свистят ветра над крышами Медбада, и в глазах от вида крови детский страх. Но бывает и от запаха холода, вот стекает, если рядом медсестра. Сестренка родная, не надо стесняться того, что тебе лишь немного за 20. Сестра милосердия, будь хоть немножечко, ты милосердна к себе. Пусть трудна на счастье юность фронтовая, нам вернется после песня и стиха. А пока должна ты нежной оставаясь, быть строга, как мать, к ровесникам бинта. Улыбаешься спокойно, чтобы верить во все лучшее, хватило теплоты. Только выйдя и прикрыв палату двери, как девчонка, слезы смахиваешь ты. Сестренка родная, не надо стесняться того, что тебе лишь немногим за 20, сестра мил... И вот мы подъехали непосредственно к перевалу Саланг. Мы видим галереи, которые связывают туннель Саланг. Высота здесь уже до 3000 метров над уровнем моря. Несут службу по охране туннеля Саланга воины 3-го горнострелкового батальона. Здесь же дислоцируется 2-я артиллерийская батарея артиллерийского дивизиона. Туннель открывают в 5 часов утра и в 17 часов вечера. Ворота туннеля закрываются. И 3-й горнострелковый батальон полностью берет под охрану туннель Саланг. Движение в это время на перевальном участке Саланга прекращается.
обстрелы были? Артиллеристы идут гонять? Что ты вырвался из
из-под огня. Броничок с капитаном похоронили меня. Рано, товарищи, рано, встал во весь рост на броне, вытянул руку с часами, я бы взбил только мне, к раненому, мы уж сами. Я, как вы поняли, врач, вот и лечу, не стреляю. Ладно, ребята, удач, сыпьте им, я умоляю, скорая помощь, гони! Смыли речки Бетера и кормовые огни, дымом окутала серым та же гроза небеса. Та же засада пред нами, были врачи на часах, все остальное мы сами. Та же гроза в небесах, та же засада пред нами, были врачи на часах, все остальное мы сами. Мы сейчас ехали по галерее. Длина галереи 1450 метров. Длина туннеля, в который мы сейчас въезжаем, 2676 метров. Высота над уровнем моря 3390 метров. Ширина туннеля 6 метров, высота 5 метров. Мы въехали в туннель перевала Саланг.
туда к ним подъезжать. Большого снега, да? Да. Занавес. Не мерзнете? А как обстановка в зоне ответственности? Обстановка в зоне ответственности нормальная пока. Происшествий особых не было за последний период. А на Терешковском там, по-моему, в последнее время говорят, грабеж был. Нет, сейчас ничего. Сейчас пока там ничего нет. Там я приказывал Саву поставить, вот как раз на повороте он это поставили. Сейчас еще не поставили Саву. В ближайшее время. Ну хорошо. Значит, мы сейчас поедем в первый батальон. Оттуда будем возвращаться, мы к вам заедем. С первого батальона, когда будем возвращаться. Понял, да? Вы работаете по своему плану, вам не будет мешать. На обратном пути мы с вами беседуем. Проблемы есть какие-то? Проблемы у нас нет. Ну хорошо, у тебя есть вопрос? Нет вопросов. Нет? Есть что, Вячеслав? Замполита, нет? Я думаю, вещи получены, а люди... Ну а чтобы людей не поворотили сейчас, особенно вот на Эдельвейсах, вот на тех постах, вот там вот... Эдельвейс будем снимать уже. Его надо уже снимать, снимать. Посмотрите, завтра, да. Завтра планируем уже снимать. Посмотрите, чтобы ни одного дома не было, да? Все солдата потом, потому что все. Наверху там все такое. Горное обмундирование, все тулупы, здесь, все на выносах. Внизу кто так, в помещение забегут, выбегут, все так. Более-менее тепло, а там все-таки прохладно. Здесь 3000, а там уже 4000. Там попрохладнее, там ветерко побольше, поэтому на эти вопросы обратились. Ну хорошо, если нет вопросов, давайте занимайтесь. Мы на обратном пути к вам зайдем. Мы сейчас в Чулгане едем на КП. Полка туда передадите, чтобы вы были в Чулгане, были в первом батальоне. Я когда пройду в первый батальон, то все. Есть. Ну, хорошо. Вывод. На нас есть, мы с командиром постоим. За рекой, где мой дом, соловьи заливаются звонко, зеленеют луга. И деревья на той стороне 21-й весны. Жаркий день мне встречать на бетонке. И колонна опять поползет через горы по ней. На кабинах машин нарисованы звездочки краской. Каждый час, каждый миг этой трассы обычной весом измеряем ее нашей кровью солдатской красной, да количеством мин, разорвавшихся под колесом. Бензина под завязку, проверена запаска и техталон. Теперь одна дорога, у нас с тобой, Серега, держи фасон. Дать ротный поспеши нам, команду по машинам. Трамблер не заискрится, черт ладана боится. А хочет жить, бояться не резон. Вот афганец в саду, пыль с песком вперемешку глотаем. До зеленки чуть-чуть. Ну а там то ли да, то ли нет, а на той стороне мама в школу сестру провожает, и бабуля моя поливает цветы на окне. Под рукой
теплый руль, а педали и ствол под ногами, и под боком земля. Мне плюющая пулей в лицо, затопить бы ее, эту землю сухую слезами тех, кто здесь потерял своих братьев, мужей и отцов. Бензина под завязку, проверена запаска и техталон. Теперь одна дорога, у нас с тобой, Серега, держи фасон. Дать родный поспеши нам, команду по машинам, трамблер не заискрится, черт, лада набоится, а хочешь жить, бояться не резон. За рекой, где мой дом? Соловьи заливаются звонко, зеленеют луга, и деревья на той стороне 21-й весны. Жаркий день не встречать на бетонке, и колонна опять поползет через горы по ней. И колонна опять поползет через горы по ней. Мёда, прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах или в водах. Моя звезда, твоя беда, поправка к загиату. Прости за лучшие года, возможно... Вот мы видим городок, там живут специалисты советские, которые, гражданские, которые обслуживают туннель Саланга. А тот студент, соперник мой, очкарик, книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причины смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья покаяться за брата, прости их, нежная моя, они не виноваты, что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, вверх взяла война. Там же штаб батальона дорожного комендантского. В одной шуре семья под пулями душман. Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Этот мир без тебя просто голые скалы, от палящего солнца не спрятаться в день. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракеты, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя. Здесь находится таможня. Воины-саперы проверяют машины, которые двигаются через туннель перевала Салан. С целью, чтобы в движущихся машинах не было взрывоопасных предметов. И по-прежнему в душе надежда жива.
Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Пошли по ущелью. Да. Сейчас приедем, шапки надо менять. Долину. Кепки. Поднялись оттуда. Вот такие контрасты у нас в салоне. Хребет. Бою разделившись на две половины, оставшихся здесь и оставивших связь. Пошли по хребту, по горящему склону, фронтальной атакою взяв перевал. И снова Господь перестроил колонну, из двух одного в небеса отозвал. Пошли с перевала по тропам овечьим, по минным ловушкам, под скрестным огнем, внезапно сверкавшим сиянием вечным, ребятам, с которыми рядом идем. Спустились по тропам на горное плато, легко нам загадывать нечет и чет. Один из нас в небо взметнется крылато, другого навеки земля привлечет. Разорван погон, под ремнем автомата, и стерлась тельняшка на левой груди, где сердце колотится не виновато во всем, что за нами и что впереди. А сердце колотится не виновато во всем, что за нами и что впереди. Почему вышло так, что остался один? Я остался один против смерти своей. Все убиты, друзья,
здесь на скалах, эх, кровь. Но пока я живой, буду мстить за друзей. И любить, вечно праздновать, долго жить, будем здравствовать и любить, ну а главное, честью жить. У меня автомат и полсотни патронов, да еще 5 гранат наготове лежат. Здесь кругом басмачи, слышу их переклики, они знают, что я им в клещи зажат. Будем здравствовать и любить, вечно праздновать, долго жить. Будем здравствовать и любить, ну а главное, честью жить. Рядом слышен врагов умирающих сон, но враги все идут, и я буду держаться. Лишь один в автомате я оставлю патрон. Будем здравствовать и любить, вечно праздновать, долго жить. Будем здравствовать и любить, ну а главное, честью Пакистанских расстреляли.
нет силы. Живых все меньше, шансы не равны. Знаю, вот родина, снова сторожевая застава. И таких 128 островков твои на участке от Даши до Черекана. Знаю, родина, тебе не изменили. Твои беду попали. Можно только удивляться стойкости и выдержки солдат. Два года на этом месте, так, на маленькой заставке. Если мы говорим об обитаемости космонавтов, никакого отбора нет, и тем не менее воины с честью выполняют поставленную один островок, который затерялся в горах. Это выносной пост «Браслет».
3-го горно-стрелкового батальона. Тишина — это только обман, лишь обман. По тропе крутой, по земле чужой мы уходим на караван, караван. Это радость, поветы, потери, боль, караван. Жду я встречи с тобой, караван. Розовеет от крови Афганистан. Караван, караван, караван. Не привыкнуть к гражданке никак. Там все ясно, там друг есть и враг. Здесь же души людей тяжело разглядеть сквозь туман. Жалко нет его, друга одного. Навсегда его взял караван. Караван. Это фляга воды, без которой смерть. Караван. Это значит суметь, караван. Убивать шурави им велит Коран. Караван, караван, караван. Не привыкнуть к тому, что совсем мне не тянет плечо АКМ. Что в кустах придорожных нет мин, здесь нет духовских банд. Только где-то там, по моим следам, кто-то снова берет караван, караван. Это сотни снарядов, не легших в цель, караван. Это соль на лице, караван. Третий тост. Помолчим, кто пропал, кто пан. Караван, 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 караван. Третий тост, помолчим. Кто пропал, кто пан. Караван, караван, караван. Других людей, то не увидим
затылком гроба родную мать. За тех ребята, кому досталось земле дышать. Но не увидим затылком гроба родную мать. За тех ребята, кому досталось земле дышать. Мы видим артиллерийскую батарею, сторожевая застава. Вообще этот поворот дороги называется Терешковским поворотом. По преданию наших предшественников, говорят, что здесь в свое время, после полета в космос, Валентина Терешкова останавливалась на этом повороте с Индирой Ганди по пути следования в Индию. Этот поворот и по сей день так носит название Терешковский поворот. Ну а наши артиллеристы охраняют не только Терешковский поворот, безусловно, а и участок дороги, прикрывая огнем артиллерии ответственный участок дороги на Северном Саланге. Пусть уныло стучат дожди, я вернусь к тебе, я вернусь. Только помни, люби, иди. Я вернусь к тебе, я вернусь. Сердце радость и боль храня. Я вернусь к тебе, я вернусь. Потому что ты ждешь меня. Снова уходим мы, операции вновь среди этой колючей зимы. Вера сможет помочь. Я вернусь тебе, я вернусь. Пусть уныло стучат дожди. Я вернусь тебе, я вернусь. Только помни, люби и жди. Я вернусь тебе, я вернусь. Сердце радость и боль храня, я вернусь к тебе, я вернусь, потому что ты ждешь меня. Я вернусь к тебе, я вернусь, пусть уныло стучат дожди. Я вернусь к тебе, я вернусь, только помни, люби и жди. Я вернусь к тебе, я радость и боль храня. Я вернусь к тебе, я вернусь, потому что ты ждешь меня. Я вернусь к тебе, я вернусь, потому что ты ждешь меня. Населенный пункт Мальхам. Мы выходим на рассвете. Над Баграмом дует ветер, раздувая наши флаги до небес. Только пыль встает над нами, гордо реет наше знамя и родной АКМС наперевес. Только пыль встает над нами, гордо реет наше знамя и родной АКМС наперевес. Говорят, я славный малый, может, стану генералом, а если вдруг не выйду из огня, и
спеши искать другого, я от пули заколдован. Медицина, мать, в надежде у меня. Не спеши искать другого, я от пули заколдован. Медицина, мать. Командный пункт 8-й мотострелковой роты. Командир у нас толковый, несмотря на то, что новый. С полуслова можем мы его понять. Вверху выносной пост, который прикрывает командный пункт роты. Не больше и не меньше, все равно с какой заразой воевать. Только Петра нам полегче, и не больше, и не меньше. Это несут воины по охране, задачу выполняют по охране моста в населенном пункте Мальхам. Мы выходим на рассвете, над Баграмом дует ветер, раздувая наши флаги до небес. Только пыль встает над нами, гордо реет наше знамя, и родной АГМС наперевес. Только пыль встает над нами, гордо реет наше знамя, и родной АГМС наперевес. Только пыль встает над нами, гордо реет. На Баграмовской дороге. С этого моста начинается зона ответственности 1-го мотострелкового батальона, которым командует майор Ефремов. Сейчас мы видим КП 3-й мотострелковой роты, командир роты, старший лейтенант Абатадзе. Расскажи, моя песня, про дорогу в Баграм, Афганистан. Дорога в Баграм, здесь места нет, ты круче песка Афганистан. Дорога в Баграм. Здесь на третьей заставе навек сроднились друзья. Наша жизнь фронтовая не помнит тихого дня. На постах и в секретах ты буйная эта. Дорога в Баграм, Афганистан. Вверху выносной пост, который прикрывает командный пункт роты. Текущим пескам Афганистан. Дорога в Баграм. Молодух замирает, и вот преследуем зло. Снова кто-то мешает движению наших колонн. Только мы не желаем увидеть жизни закат. И комбат поздравляет с победой, ребят. Афганистан, дорога в Баграм. Здесь места нет сыпучим пескам. Афганистан, дорога в Баграм. Судьба порой коротка, как рукопашный бой, и небо синее над головой, и до звезд легко достать рукой. А ты прислушайся, летят и гудят крейсера по тишине ночной, и разрываясь в небе пролетят над твоей головой. А ты прислушайся, летят и гудят крейсера по тишине ночной,
и разрываясь, ними пролетят, нарушая наш покой. Вы нашей славе не завидуйте, что дарят девушки порой цветы. Быть может, завтра в тишине ночной заклинит автомат и магазин пустой. А ты прислушайся, летят и гудят крейсера по тишине ночной, и разрываясь, в небе пролетят над твоей головой. А ты прислушайся, летят и гудят крейсера по тишине ночной, и разрываясь, в небе пролетят, нарушая наш покой. Быть может, завтра среди этих гор придется нам вести последний бой. Ну что ж, судьбою бесполезен спор, друг отомстит за нас с тобой. Ты прислушайся, летят и гудят крейсера по тишине пролетят над твоей головой. А ты прислушайся, летят и гудят крейсера по тишине ночной, и разрываясь, в небе пролетят, нарушая наш покой.
И вот по этим кручам, по этим тропам доставляются наверх туда в пешем порядке боеприпасы, продовольствие, вода, дрова, уголь. Все, что необходимо для жизни и быта личного состава. Мы видим 84-ю сторожевую заставу. Михаил Иванович, кто сейчас несет службу на 84-й сторожевой заставе? Старший, кто сейчас там? Начальник 84-й заставы лейтенант Долокенс. Прибыл в этом году, офицер толковый, справляется с задачей. Это что, гранатометный взвод здесь? Это третий взвод, третий рота. Хорошо. Как обстановка общая в зоне ответственности батальона? В целом, в зоне ответственности батальона обстановка нормальная, за исключением попытки обстрела постов ЦРУ. А вот пост в Дарвазане не выбили еще мятежники? Нет, там еще пост на месте, мятежники неоднократные попытки. А вот это в ЧКАК, вот эти все эти посты ЧКАК выбиты, да? Так точно. Единственный пост у них остался, Чулгани до Уланга, да? Так точно. Хорошо, но надо иметь в виду, чтобы в случае, если начнут выбивать, чтобы огнем минометный батареи поддержать действия боевые Царандоевского поста и не дать возможность мятежникам выбить с этого поста. Все прилагаем для того, чтобы выполнить задачу. Хорошо. Сейчас Марс на связь выходил. Я отвечал. Отвечал сейчас Марс? Выходил на связь, да? Что у них, подъем сегодня на это? Да, планируется подъем, но мы сегодня отправляли. Сегодня стирка, видимо, на заставе, да? Большая стирка. Да, все приходится на заставах делать. И хлеб пекут, и в бане моются, и белье стирают. Все сами делают солдаты. Выносной пост «Луна» первой минометной батареи. Надежды глотали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Лепили волосы нам над спотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко отврат, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие бой, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и ляд боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойных смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать.
загадки и бегу за вас, только боли вокруг. Попытаются ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или странник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный труп, и над первой потерей ты воешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу собрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда посади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска. Впереди мы видим выносной пост «Мечта», также от первой минометной батареи. Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Товарищ полковник, на участке ответственности минометной батареи происшествия не случилось. Командир батареи, лейтенант Закирин. Вольно. Вольно! О, у вас и обезьянки лежат, да? Садись, садись, ребят, садись. Давай, Кубач, ну дай чего-то покушать. Ты яблоко видел, там ел. Как звать? Маш. Ну, а тогда Маш. Маш. Молодец. Яблоко поделить. Помогать вам служить, нет? Ну, да. Веселее, да, с ними жить? С птичками, с обезьянками. И, конечно, наши тяжелые условия так повеселее. Идем, командир батареи, посмотрим. Я оборудовались вот, хорошо. Вот, до вывода Советский Союз осталось. Хорошо. Крепость. Обстрелы давно были, да? Скоро трап нам подадут. Загудят винты привычки. Ну идем, хозяйство покажем. Командир батареи. Вот и кончился уж. Ну, я смотрю, зеленый лук вы даже выращиваете здесь. Наши службы заграничные. Марат Купач, смотри. Чтобы скрыть свою печаль. Скоро, да, скоро на салат сюда приедем. Я смотреть стараюсь прямо. До свидания и прощай. Лук не портится, который в проскладе? Не прощай, заграничная застава. Да, скоро придется все это оставлять. Мы навек. Словно братья фронтовые. Не забыть нам никогда эти будни боевые. Сколько видели мы здесь, на душе вдруг горько стало. Идем в пекарню, идем посмотрим. Уходить мне жаль до слез, уходить мне жаль до слез. Ограниченная застава, ней тревожно. А так на заставах и хлеб пекут, все делают. Здесь не считаны границы. Ведь покой страны своей нам пришлось в чужой столице. И пускай седых волос на висках чуть больше стало. Уходить мне жаль до слез, уходить мне жаль до слез. Заграничная застава, нет приказа, чтобы жить. Может встретить смерть придется. Вот складик, крыс нет, мышей? Другом как не дорожи, все же чья-то кровь прольется. Утро будет для живых, но пусть слава
Будь мне памятью о них. Хороший будь мне памятью о них. Заграничная застава. Знать, что в группе есть уют. Тот, который сердцу дорог. Лишь бы знать, что где-то ждут. Как бы не был путь наш долог. И пускай седых волос. На висках чуть больше стало. Ну, я столовую посмотрю. Уходить мне жаль до слез, уходить мне жаль до слез, заграничная застава. Если Родина приказ, вдруг отдаст нам необычным, как и в прошлом есть у нас. Опыт службы заграничной, защищать страны в покое. Нет на свете лучше. Воду хлорируют? Смотрите, пожалуйста, кишечное заболевание. До свидания и прощай. Да, через туфу обязательно пропускать. Защищать страны покой. Нет на свете лучше права. До свидания и прощай. До свидания и прощай. Заграничная зона. Мечтали о воде мы в пустыне Регистан. Кричали мы от боли на койках медсанбата. И все-таки по-доброму. Ой, хозяйство, смотри. Наш Афган. Корову не завели еще, нет? Кричали мы от боли на койках медсанбата. И все-таки мы в памяти храним Афганистан. В узком потоке улицы мелькнет лицо знакомое, обветренные губы, коричневый загар. Быть может, был в Кабуле он, в Шимданте и в Баграме, а может, сердце вздрогнет при слове Кандагар. Быть может, был в Кабуле он, в Шимданте и в Баграме, а может, сердце вздрогнет при слове Кандагар. Но мне не так уж важно, откуда этот парень. Мне важно, что оттуда, мне важно, что был там. И не пройду я мимо, а лишь скажу тихонько единственное слово, пароль один, Афган. И не пройду я мимо, а лишь скажу тихонько единственное слово, пароль один, Афган. Ну что, быт личного состава хороший, обустроенный, живете хорошо. А боевой подготовкой занимаетесь? Конечно, каждый день. Каждый день. Ну куда сейчас можно пострелять? Куда скажете? Куда вы скажете, туда куда? Будем стрелять. Ну давай, вот высота острая. Заставу к бою. Застава к бою! Давай, расход по одной кассете. Цель 45-я. Цель 45-я. Навести право. Готовность доложить. Повара повыскакивали в рубашках прямо. Хорошо. Одну кассету зарядить. Одну кассету зарядить. Разрешите огонь открыть? Да, огонь. По готовности огонь. Минуты 5. Залпом! Хорошо, по времени нормально. Огонь! Застава к бою!
Давай, расход по одной кассете. Цель 45-я. Цель 45-я. Навести готовность доложить. Повара повыскакивали в рубашках прямо. Хорошо. Одну кассету зарядить. Одну кассету заряди! Разрешите огонь откройте? Да, огонь. По готовности огонь. Минуты 5. Залпом! Хорошо, по времени нормально. Огонь! О, хорошо. Хорошо положили. Ну, давайте отбой батареи. Батарея, отбой! Хорошо, и по времени хорошо, и... Через минуту 30 открыли огонь. Да, данные были хорошо подготовлены. Молодец, хорошо. Но эта батарея всегда у нас отличалась первое высокой готовностью. Да, эта батарея у нас всегда первое место занимала. Ну что, какие у тебя вопросы есть? Со всеми вопросами мы справляемся сами. Не, ну комбат справляется. Я у командира батареи спрашиваю, комбат говорит. Все вопросы, которые возникают, решаем в батальоне пока. Ну хорошо, если решаете, хорошо. Поддерживайте, чтобы нам не стыдно было и афганцам передать заставу. Застава действительно одна из лучших на маршруте. Я думаю, самим приятно. Да. Юрий, точно, надо детишкам забрать. Ну, Лариске, дочка. Да так ты представляешь, что дома будет, если ну. Пусть еще по шторам. Это здесь она так бегает. Галина Дмитриевна с дома выгонит, но дочка будет рада. Ну, хоть одно спасение дочка защитит. На колени возьми ее. Ты снимай, что ты не снимаешь? А что я делал? Ну, вот то еще. Так больно кусаешься. На, да, я понял, на. Охраняем все дом,
чем мы так дорожим. Он идет, этот трапезный бой. Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь от беды заслоняем собой. Высоко, высоко над землей синева, это мирное небо над родиной. Но простые строгие слыши слова, боевым награждается орденом. Сейчас мы подъезжаем к населенному пункту Чаугани, где дислоцируется командный пункт и штаб 1-го мотострелкового батальона. Командир батальона майор Ефремов Михаил Иванович. Здесь также дислоцируется штаб отдельной дорожно-комендантской бригады. Командир полковник Целко Алексей Михайлович. Начальник политического отдела подполковник Глотов Геннадий Михайлович. Местный базар.
людях Кабула. Ночь светилась блесками огня, не сломала нас и не согнула. Видно, люди крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, нам милей братишка автомат. Четкие команды. Вот это 89-я сторожевая застава второй мотострелковой роты. И впереди мы видим выносной пост «Гора-22». Климатические условия совсем другие по сравнению с третьим батальоном, где уже снег лежит. Пункту 2-й мотострелковой роты, командир роты, старший лейтенант Фыра. Хорошая рота обустроена. И мы так вот километр за километром приближаемся к населенному пункту Даши, где заканчивается зона ответственности полка. Это вот 91-я сторожевая застава, которая охраняет мост. И впереди мы видим выносной пост «Гриф». Заставу, начальник заставы лейтенант Борчининов. Застава поставлена для охраны моста.
и слева выносной пост «Сигнал». Мы видим 94-ю сторожевую заставу. Ты кончаешься, служба твоя, и расставаться приходится нам. Скоро уедешь в родные края, к белым березам и белым снегам. Бой в твоем сердце еще не утих, время проносится, как ураган. Не забывай же друзей боевых, службу нелегкую Афганистан. И вот выносной пост «Скала», который прикрывает сторожевую заставу на дороге. Будут повсюду с тобой болеть лица друзей боевых в трудный час. Время находа и время потерь. Жизнь небольшой ты припомнишь не раз. Бой в твоем сердце еще не утих, время проносится, как ураган. Не забывай же друзей боевых, службу нелегкую Афганистан. Здесь остаются друзья, и для них время проносится, как ураган. Не забывайте друзей боевых, службу нелегкую Афганистана. Бой в твоем сердце еще не утих, время проносится, как ураган. Не забывай же друзей боевых, службу нелегкую Афганистан. Остаюсь с вами, друзья, слезы в глазах, но и в
не боюсь, удержать их нельзя. Сколько всего здесь пережить выпало нам. Нет, никогда мне не забыть Афганистан. Не забыть друзей от наполня. Дружбы я надежней не терял. Все, что здесь пережил, как боролся и жил, не забуду, друзья, никогда. Ждет этот час. Грустный настал он для меня только сейчас. И вот мы подъезжаем к КП 1-й мотострелковой роте, 96-й заставе. И впереди у нас через 2 километра последняя 97-я застава на мосту Даши. Сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы умеем верить дружбу, закаленную в огне, и без слез оплакивать потери. Что же на войне, как на войне? Что ни говори, а мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой, верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что ни говори, а мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой, верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что ни говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас вела заветная звезда. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И
И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Вот уже и письма перестал писать. Вот уже и лица стал я забывать. Небо юга черное, марево пустынь, то ли сон приснился, то ли пыль исчезают в памяти. Ни календаря, трудности походные, забываю я пота вкус соленый, крови красный цвет, то ли это было все, то ли нет, но статья газетная память всколыхнет, ставит грудь названиями. Душу разорвет, снова сердце холодно и тревожно бьет на земле афганской. Снова бой идет, и в пыли горячей задыхаюсь я, подо мною плавится серая земля. Вдруг споткнулся, падает, пулею сражен, не увидит матери. Фотография, лица всех друзей давит совесть памятью, памятью своей, а вокруг российские милые луга, а для них афганские жесткая земля. Вот уже и письма некому писать, вот уже и лица. Стал я забывать небо юга черное, марево пустынь, то ли сон приснился, то ли пыль. Работает, нет, Крылов? Демьян, Дементьев, работает, нет? Так точно работает. Аккумуляторы заряжены, нет? Мы видим мост через реку Андараб, населенный пункт Даши, где заканчивается зона ответственности полка. И дальше дорога домой. Последний диспетчерский пункт дорожно-комендантской бригады. Наши сегодня.
каждый небесных вершин. По ступеням обугленным на землю сходим, под прицельные залпы на бедновые лжи. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам детей. Кем были мы в раю далеком? Пускай не судит одна Бога, нас в кабинет при грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней. В чем наша боль и наша слава? Чем ты, земля Афганистана, дискуты слезы матерей? Навернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела недоделаны полностью ног. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам детей. Какую цену здесь платили? Врага какого не добили? Каких оставили друзей? Друг смертовую дону дели на троих. Только нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам детей. Что мы имели, что отдали, надежды наши печали. Как уживут костры людей. Биографии наши полдюжина строк. Социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам бедней. Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога, нас кабинеты и грамотей. Прощайте, горы. Уходим, с Востока. Мы уходим, с Востока. Уходим, 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 уходим.